this way. Come on, just... Давайте сядем, пожалуйста, я очень прошу. Я понимаю, что такое событие, но давайте... Блин, ну вы же европейские люди. Тимур! Итак, у нас третий судья появился. This is Junior. Сразу, да? После всех переговоров с Джуниором, когда мы вели вообще с самого начала, когда мы вышли через веб-сайт его, мы в принципе как бы не догадывались о том, что вообще такое возможно, да? После того, как мы связались с ним по мобильному телефону, очень сложно было его достать, потому что 450 километров, я уже говорил, он живет вообще где-то непонятно в каком-то селе. Лучше один из наших партнеров мира, да? Во-первых, для него действительно было тяжело. Во-первых, был фестиваль сначала 11-12, потом перенеслось на Рождество. И нам надо было перенести этот фестиваль. И он, в принципе, согласился на то, чтобы провести Рождество именно здесь. Именно здесь, на этом фестивале, завтра. Сейчас продолжается, у нас остались отборочные, да? Но через самолета, давайте, он сделает обязательно, он выйдет на танцпол, да? Но только чуть позже, потому что он чуть-чуть должен отдохнуть в некую ситуацию. Сейчас продолжается, давайте делать эйфорию. Мы продолжаем батарею.